Друзья, всем привет! Ну вот у нас и заканчивается мужской итоговый турнир. Нам всем остается лишь определить, кому же достанется титул. Новаку Джоковичу или молодому Янику Синнеру. Не буду вас долго задерживать, скажу пару слов. Безусловно, Джокович очень хочет выиграть этот трофей. И это было видно в матче с Алькарасом. Как он подготовился, как он настроился. Даже как он психовал в первом матче, было видно, насколько ему важен этот турнир именно в этом году. Но Яник Синнер тоже не подарит Новаку. Яник Синнер также настроился. Он также отлично готов сейчас. Он просто шикарно себя ощущает с этой атмосферой домашней. Только его поддерживают. Он заряжен. Он будет в себе максимально уверен. И он не должен дрогнуть перед Новаком. Ну и в конце концов, не будем забывать. Ребята уже играли друг против друга на этом турнире. Это было совсем вот пару дней назад буквально. И что там было, мы помним? Конечно, Яник Синнер удивил всех, обыграв Новака Джоковича. Да, Серп Клинка сделал какие-то выводы, работал над ошибками. Но с другой стороны, Синнер разбавлять не будет. Он точно покажет игру не хуже, а может даже и лучше. Так иначе, помню, какая там была заруба, борьба. Я сомневаюсь, что Новак сможет победить уверенно. Поэтому даже такая небольшая, казалось бы, фора в плюс 3,5 гейма, я считаю, очень хороший вариант. Пусть это довольно-таки скромный коэффициент. Но кто любит риски чуть побольше, могут вообще замахнуться на победу Яника Синнера. Почему бы нет? Что скажете, ребята, как считаете, кому достанется трофей? Пишем это в комментариях, не забываем ставить лайки, подписываться, жать колокольчик. Ведь с вами у нас впереди еще есть что разбирать в этом году. Все, друзья, до скорой встречи всем. Пока-пока.